Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина, и сегодня мы с вами сделаем маникюр вот таким. Добавим, вернее, маникюр. Вот такое топовое покрытие. В каталоге в текущем оно на буквально предпоследнем развороте. Вот здесь смотрите, где у нас есть стойкие глянцевые лаки и есть вот такое вот покрытие. Можно использовать как основное, так и топовое. То есть сверху добавлять узор, добавлять блесток. И мы сейчас с вами сделаем маникюр. У меня уже есть основной лак. И мы сейчас дополним, добавим к нему вот такое топовое покрытие. Видите, я специально еще оставила мизинчик совсем не накрашенным. Мы посмотрим, как покрытие выглядит, если на ненакрашенный пальчик. Да? Что можно сделать? Мы можем, смотрите, видите, они могут неравномерно распределяться, вот эти вот блесточки. Можно вот так сделать. Можно укрепить немножко. Вот так, смотрите, очень красиво, да? Кончик, ноготочка. Так будет даже укреплять, меньше отколупливаться лак. На этой стороне у меня очень много блесточек. Я сейчас таким вот образом нанесу. Вот как. Так поокунаю. И можно... Можно, я думаю, использовать тоненькую какую-нибудь кисточку. Я вот здесь у основания ноготочка сейчас сделаю. И сейчас как раз на пустой ноготочек. Такой появляется просто полупрозрачный тон, да, с блестками. Такой маникюр можно делать, например, еще добавить сюда блесточек, да? Вот побольше, если нравится. Такой праздничный новогодний маникюр можно себе сделать. Ну, сейчас еще для разнообразия вторую руку тоже украшу. Я думаю, что будет неплохо. Здесь я накрасила все 5 пальцев. Такое вот покрытие у нас получается. Можно как самостоятельно, например, вы можете нанести как просто прозрачный лак, да, использовать. А можно в дополнение к основному вот такое вот покрытие с блестками. Я благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.